В Минске презентовали уникальный литературно-художественный альманах «Казахстан-Беларусь». Сборник вышел в свет в преддверии 30-летия независимости двух стран. Особенность книги в ее литературном и географическом многообразии. Материалы представлены на казахском, белорусском и русском языках. Сборник отражает многолетнее литературное и культурное сотрудничество Казахстана и Беларуси. На страницах можно встретить произведения именитых казахстанцев Абая Кунанбаева, Ужаса Сулейменова, Мухтара Уэзова, а также классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Колоса. Всего в сборнике содержится произведение 70 авторов. Это результат, конечно, даже не одного года работы, это целые более десятилетия наших совместных связей литературных, культурных Казахстана и Беларуси. И настолько это взаимные отношения и проекты взаимные, настолько их много и настолько они интенсивны, общение было и работа, что, в общем-то, речь шла не о том, чтобы где-то что-то найти, а речь шла о том, чтобы выбрать самое главное, самое интересное и представить в этих шести разделах альманаха.